Гостиничное дело. Туризм и отдых остаются самым востребованным направлением обучения во всем мире. Специалист по гостеприимству или менеджер гостиничного сервиса выполняет работу, связанную с комфортным размещением и стандартами обслуживания гостей в хостеле, отеле, домах отдыха, кафе, ресторанах, туристических комплексах и иных заведениях. Благодаря таким специалистам отдых туристов становится комфортным. Какие могут быть направления? На факультете «Гостиничное дело» можно выбрать следующие направления: администратор гостиницы, менеджер банкетной службы, управляющий отелем, туроператор или портье. Стоимость обучения. Количество бюджетных мест на факультете «Гостиничное дело» ограничено, а стоимость обучения по договору не менее 120 тысяч рублей за год. Вступительные экзамены. Для поступления на эту специальность запросят результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, иностранному языку или истории. Профильным будет считаться обществознание. Где получить образование? Получить профессию в сфере гостиничного дела можно в Южноуральском государственном университете. Производственную практику студенты будут проходить в гостиницах, объектах санаторно-курортной деятельности и отдыха региона. Зарплата. На уровень зарплаты влияет, в каком городе или населенном пункте находится отель, а также уровень самого заведения. Чем популярнее город у туристов, тем выше рейтинг отеля, а значит и выше будет оплачиваться труд работников. Если проанализировать несколько популярных сайтов поиска работы, можно прийти к выводу, что профессия специалиста по гостиничному делу – одна из самых высокооплачиваемых. Средняя зарплата специалиста – около 45 тысяч рублей в месяц.